Ну все, сейчас обратно. Thank you.
Полебеева и Краснова, смотря как вы поедете. Если, короче, вам надо все время прямо, да. Будет перекресток в поле. Да. Если вы налево, то в Ребеево. Ну, чуть-чуть позже Ребеево, скажем так. Если направо, то на Старецкое. Короче, нам налево. Да, вот у тебя будет ты поле и прям... Ты а? Ну, на машине минут, может быть, 10, даже меньше. Близко, километров 5. Thank you.
Вот, здесь еще такой же огромный. Представляешь? А? А там дальше еще куча таких же складов, ангаров. Такой же, мне кажется, он есть. Да. Сколько, мне кажется, метров 600, один, метр 600, наверное, второй. Может быть. У нас тоже 50 метров. Поехали сейчас вот туда. Огромные технические.
сзади сложить подрыжки и подвесить. Причем специально сюда вишню везли мусорную, чтобы никто не тусовался. Потому что здесь можно устроить такой грунт из газеты. Это можно устроить в любом отеле? Нет, именно то, что от крыса. А это такой тип недовольный. А старушка семечками торгует. Или чем она? На чем-то там торгует, интересно. Птичками. А, нет, она торгует семечками, а птички прилетели и жрут, короче, семечки. Воробушки. Thank you.
сделать. Ну, он где-то там был. Кто-то заблудился. Иди, один там сейчас остался. Один сейчас остался и как раз в параллельную вселенную. Как раз в параллельную вселенную улетел. Я хотел сейчас туда направо, а потом налево. Приезжай, ты старый.